Хей, Ютуб, хей, ВК, с вами Apple 3.2, и до сегодня мы с вами продолжаем играть в Halloween Mod Kit, и это у нас мод под названием Fatal Peak, и это типа неофициальное продолжение Hello Neighbor, релизной версии игры, так что да, погнали. Будем проходить. Блин, слушай, прикольно вообще сделано. News Pipe Problem. Так, не понял, в смысле, а почему... Почему он для... Ну, в смысле, это демо-версия, кстати говоря. Почему создатель взял для первой главы это... Название другого мода. Ладно, странно. Окей, погнали. Или это тот же самый автор? Наверное, тот же самый автор. Или не тот же самый, неважно. Бля, слушай, прикольно сделано. Прям прикольно. Я прям вижу. Блин, шейдер продолжается не вовремя. Welcome to the worst day of my life. Oh yeah, right. You mean you're on here? Let me explain that. This man of here. Блин, как не вовремя шейдеры это погружаются, ё-моё. People call him Mr. Pierce, or simply the neighbor. From what we heard, he had a very awful past. Mr. Peterson has always been a nice person, honestly. Да, круто, круто, да. Все офигенно, да, да. Шейдеры, да. Шейдеры мне помешали. Ну, блин, шейдеры, ну харе уже, там уже катсцена нахер прошла. Ну давайте уже побыстрее загружайтесь, да ё-моё. Пожалуйста. Вот, неужели? Может сейчас хоть катсцена? А, чё? Все? Ну, давай тогда. Click here to skip. Да, крутая катсцена была, прям вообще капец. Как-то он странненько, если сейчас несет. О, у него к Сайвер там ключ. Я вижу. О, это, кстати, знаешь, что? Это ж моделька, по-моему. А, не. Это моделька детектива, просто немного измененная, да. Мне показалось, что это моделька старая из этой, из Secret Neighbor. Когда еще в курсе, когда альфа-версии были Secret Neighbor. Там были другие модельки. Чего? Чего? Это что? Это типа я должен сюда положить? Ладно. Типа это забивает там. Может у тебя ключ выкраду? А. Понял. Он так увлечен этим процессом, что он на меня даже не обращает внимания. Понятно. Тогда я пошел. Отлично. Закрыли дверцу у нас. Не, слушай, вообще... Херась ты, конечно, колотишь, мистер Пинсон. Так. Спрятаться где? Где спрятаться? Шкаф. Хорошее место для пряток. Все, я спрятался. Это прям, знаешь, это прям выглядит как отдельная прям фанатская игра по Hello Neighbor. Прям это не выглядит как мод, это прям выглядит как отдельная фанатская игра по Hello Neighbor. То есть, серьезно. Даже вот эта точка посередине, она тут другая. Как прям в отдельной фанатской игре. Понял.
Надо камеру вырубить. Камеру надо вырубить. Хуй тебе, понятно? Так, тут ничего нет, да? Тут ничего нет. Тут только есть вот это пилюли, короче. Так, да что ты делаешь, мышка? Гнида поймал меня, ладно, ничего. Не, слушай, выглядит вообще прикольно, прям серьезно говорю. Здорово, братан. Братан, сюда. На! Он, кстати говоря, бежит как этот. Как. Сука. Как сосед из альфа-версии, кстати говоря, бежит. У него анимация бега. Такая. Иди сюда. Дай взять! Да. Почему ты не берешь? А, типа он нас схватил. Прикинь. То есть я не могу ему попадаться больше двух раз. Ебать. Слушай, прикольно, мне нравится. Нет, скорее всего, конечно, бомбить буду с этого, но как бы да. А, то есть тут чисто это, да? Так и есть чисто это, черный экран, да, все, значит, ничего интересного нет. Все, пропустили. Так, давай, погнали. Так, пропустили. Сюда идем. Так, да, можно пропустить, пожалуйста. Все, прячемся. Не, стой. Сначала камера... А, камеры еще нет, да? Все, понял. Так, все, вот опять он зашел. Кстати, у нас кто это? У нас, наверное, пусть будет Михалыч. Да, это, наверное, Михалыч пусть будет. Так, он в туалет побежал. Капкан поставил. Ну, Михалыч в своем репертуаре, как обычно. Камеры нет? Камеры нет, охуеть. У него ничего я нет. Тут ничего нет. Ключ от машины нашел. Отлично. Подожди, это что? Это шестеренка? Краски то, что мне надо там. Я помню. Стоп, подожди. Нет, ты обычно включи. А наверху тут ничего нет. Тихо ты. В капкан не попадись, только прошу тебя. Твою ж налево. Неважно, короче. Теперь же как-то выбраться отсюда, чтобы он меня не спалил. Ты там есть? Поздравляю тебя! Пошел, беги! А, так можно, да? А так типа можно, да? Не, что я сказать еще могу? Сказать мне больше нечего, блядь, что еще могу сказать, нахуй? Братан, давайте, короче, машину вскрою, нахуй. Сразу. Оп! Я успел, сказал. Лови! Понял. Вот это врублю. Побегушки! Блять, ну вот эти побегушки, вот эти вот по кругу, это мне сразу так Deception напоминает. Пусть мне такой геймплей не нравится, но как бы... Сука, все равно не словил, ладно.
И что? И что? Типа... И... И что? В смысле? А зачем? Зачем я ради этого рисковал жизнью? Чё за дичь? Херня какая-то. Стойте, надо положить вот сюда. А, молотков тут надо положить, а не шестеренок. Блять. Чё-то, короче, ни хера я полезного, блядь, не нашел. Зря я, короче говоря, свою одну жизнь потратил, ну ладно. Так, ты не обессудь, если я сделаю вот так вот. Тем более, когда меня спалил. Все, до свидос, братан. А, что? Где? Когда? Думает Михалыч. Это на сайре именно Михалыч, да? Пошел в жопу. А что? Где? Когда? Почему? Думает он. О! Вот это старая картина еще и с альфа-версии. Это мне нравится. Это круто. Фонарик так замечательно. А я тебя еще по этому захерачу. Ну-ка, стой. Стой здесь, искать. Ты чё, охуел, что ли? Пошел нахуй. Блять. Гастан снова. Пошел в жопу. А можно я отсюда унес ты все ключ? Не, нельзя. Ёбаный. Уть. Так, а мне куда вообще надо применить-то этот ключ пути? А, мне надо будет сюда применить. Вот. Вот. Тут у нас будет отвертка. Короче, понятно. Нужно у него, во-первых, сначала отнять это, собственно. Блять. Так. Слышь, иди сюда, дядя. Дядя. Сюда иди. Ты глупый или что-то? Иди сюда. Эй. Не, ко мне тут. Да возьми ты ключ. Ах ты, сука. Слови меня. Ну все, теперь точно попадаться нельзя будет. Потому что дальше он меня закроет сразу. Все, вот я открыл. Типа зашел. Так, Север, вот вырубил, чтобы хоть как-то честно было. И чё? А, вот так, то есть, да? Прикольно. Так. И чё? Типа. О, он прилёг там чё-то. О, вот это удобно, конечно, что я свет могу врубить. Тут, ну-ка, чё он тут у нас? Тут свет, чё-то, понятно. Чё, спит, что ли? Дядь, ты чё? Ладно, хуй с тобой. Спи. Спокойно. Но все получается. Я могу еще наверх пройти. Я, наверное, наверх еще пройду. Понял. Не, он пасать пошел. Оп, оп. Отвинтили что-то. А, починили, видно, да? Чё-то я не понял. Подожди. Что? В смысле? Я не понял, постой. Мы починили это. А это идет сюда. Но это-то не работает. Я что, должен кнопку типа найти или что?
Здесь у меня кнопка есть? Нет. Да нет, нету. Ну это свет рубает, окей. И чё? Короче, мне пришлось перезагрузить, в общем, мод в целом. Мод-кит. Приветствую. И чё? И чё? И типа чё? И чё? Ну и что? Короче, это, чё я хотел сказать? Блять, поймал меня всё-таки. Короче, это. У меня сейчас, получается, две попытки есть. Я посмотрел тут по случаю, где у нас находится кнопка от генератора. Я, короче, узнал, где она, но только я не понимаю, как мне взять. Видишь, вон она лежит. Я не понимаю, как ее взять надо мне. Мне уж где-то лом какой-то найти, но лома-то нету. Я посмотрел тоже, где он. Его нигде нету. То есть вообще. Абсолютно нигде. Может, с каким-нибудь отверткой надо что-нибудь такое? Ну, я ж брал, в смысле. Как иначе-то? Ну-ка, постой. Гастака мне вруби по-быстрому. Оп. А, вот. Я не взял. Вот, теперь взял. Так, стоп, мне что, опять что ли надо починить, получается, там что ли? Да, действительно, мне опять надо починить, но только... Да, уже починено. Дядя! Да я ж не в твоей юрисдикции, ты чё такое это-то? Что? В смысле, а как? А что я сделать должен? Чё за фигня? А как я должен доски-то открыть, если, ну, ничего больше нет, только вот эти только эта отвертка была и все. Ну-ка, стоп, может, после каждой смерти, так сказать, она по новой спавнится там? Мне сейчас явно попадаться нельзя, потому что у меня последняя попытка. Нет, все, она не здесь. А чё за дичь? А как тогда? Блин, ребят, я тогда не знаю как. Я тогда понятия не имею, как я должен это открыть, ребят. Стекло я могу разбить? Не могу. А, ну стоп! Тут же это, подожди. А, нет, у меня не показывается уже. Чё за дичь? А почему у меня не показывается? Ну, я, короче, тут должен, наверное, молоток собрать был. И типа этим молотком... О, здорово. А чё ты приуныл, дядя? Чё ты приуныл? Это. Этим молотком я должен открыть, видно, эту... доску. Ну, почему-то у меня не появляется это, как собрать его. Ну, подожди. Вот шестеренка показывается. Но я же вложил шестеренку, оно никак не засчитывало. Оно вообще туда не могло положиться. Что за дичь? Короче, ладно, сделаем вид, что я сделал этот молоток. И типа, вот я... Вот, все, прошел. Потому что я не знаю, ребят, как. Стоп, подожди. А, все, вот взял. Все нормально. Сделай вид, что я сделал этот молоток, открыл эту доску и вот это все взял. Потому что, ну... У меня не показывается, а по-моему перезагружать я не хочу, если честно. Потому что у меня времени как бы не так много. На это все дело. Так. Оп-оп. Прихреначили. Зафурычило. Сорян, ребят, что я так много летаю с помощью гаста. Ну просто мне нельзя им попадаться, иначе все по новой начнется. А я не хочу этого. Все, теперь могу волк ходить. Так. Ага. Ага. А без молотка, то есть тут никак, да? Блять, ну понимаю, чё. А тут типа ничего нет? Нет.
То есть я должен именно с помощью молотка открыть, да? То есть на молотке все, в принципе, завязано. Бля! Ну здорово, ну все, лови меня, короче. Все, ну по новой, короче, сейчас начнется. Ну, в принципе, ладно, в принципе, мне все равно получается, надо молоток сначала сделать. Мне сначала нужно шестеренки найти, сделать молоток. И только потом, я смогу дальше это все делать. Так, давай, коста рубить надо. О, нашел первую. Отлично. Они, короче, эти шестеренки, они спавнятся рандомно. Абсолютно рандомно. То есть я их должен в абсолютно непонятном для меня месте найти их. Тут явно быть не может. Где еще могут быть шестеренки? Оп, вниз пошли. Хо-хо-хо. Игры, мне опять же надо это дерьмо починить. Так. Здесь есть какие-нибудь шестеренки? Нет. Как так? В мастерской, блядь, нету шестеренок. Как это так вообще? Как это работает, в принципе? Непонятно. Ну, ладно. Тут нет. Здесь есть? Нет. Сыграем, манекен подвешен. В ведре есть? Ведре нету. Так, под низом надо пролететь. Так, он дома. Блять, они рандомно спавнятся, эти шестеренки. Тихо. Я еще под кроватью нахуй. Вот жалко, что не рандомно спавнится. Так, стоп, не, мне сюда еще рано идти. Мне где-то здесь надо найти их. Книги я брать не могу. Может, где-то наверху они тут. Шестеренки долбаные. В мусорке, может, наверное. Эксера клюев тут. Но я ж не должен прям под всеми вещами проверять, правильно? Это же, ну, бред. Это же вообще конкретнейший бред. Тут ничего нет. А где они, блядь, могут быть? Чё за фигня? Понятно. О, еще одну нашел. Замечательно. Ну вот, две уже нашел. Давай пока пойду закину нахер. Они у меня могут быть здесь, нет? Так, вот раз. Вот два. Дядя, что тебе надо от меня? Что тебе от меня надо? Меня здесь нет, иди отсюда. Иди вон отсюда, просто вот иди нахуй. Так. Ключ машины что, тоже что ли? А, не, он там у меня лежит, да, он мне сохранил там. Понятно, так. Здесь где может быть шестеренка? Где еще может быть шестеренка? Ну, финальным вариантом остается, что где-то здесь за решеткой. Это финальный вариант. Потому что на тех этажах, на первом, вернее, этаже явно нету. Это 100% я могу сказать. Здесь где-то. Я хрен его знает. Ха-ха-ха-ха-ха. Лошок ебаный. И чё? И чё ты сделаешь? Ты чё, офигел, что ли? Иди нафиг со своим этим. Пылесосом. А чё-то вообще у меня даже идеи нет, где может следующая шестеренка лежать. Под телеком может? А, телек вообще не поднимается, да? Понятно. Вот где еще может быть? Блять! Ты чё, офигел, что ли? В машине может быть?
Нет. Нет. Может, здесь где-нибудь? У меня просто идей даже нету, где эта сраная шестеренка может быть. Так, тут понятно. Блять. Тут нету. И тут нету. Я даже не знаю, где еще можно поискать шестеренку эту. Вернее, шестеренки. Здесь нету. Еще одни перчатки. Дядь, нахера тебе столько перчаток? Тебе что, одних что ли не хватает? Здесь нету. Может появиться вот в этой вот сейчас, вот здесь? Нет. Вы что, блядь, издеваетесь надо мной, что ли, мне? Где искать-то шестеренку эту? Здесь есть? Нету. На шкафу? Нету. Да что ж ты делать-то будешь, да? Ты чё воду оставляешь? Дядь, ты чё? Ты чё воду не выключил? Тебе потом, знаешь, какие счета за воду придут? Ты охереешь, если их отплачивать. Оплачивать. Да где эта сраная шестеренка? Я даже не знаю, может где здесь она может лежать, я понятия просто не имею. Нету тут ничего. Бля, ребят, ну я не знаю. Я не знаю вообще, где может лежать эта решетка. Блядь, решетка, шестеренка. В мастерской нет, вообще нигде по дому нету. Здесь нету. Под коробками, что ли, проверить? Я фиг его знает. Нет, ничего нет. Я не могу их даже поднять. А здесь я могу что-нибудь? Да не могу ничего сделать. Да ё-моё! А где мне дать шестеренку искать? У меня она там может быть где-нибудь, нет? В машине там, ну как, не моя, конечно, машина, но просто. Может быть, нет? Не может. В чемоданчике в этом может быть? Тут нету, тут нету. У тебя есть? Есть у тебя шестеренки? Нету. Может, я бинокль на шестеренке разберу? Конечно, там нет шестеренок, но мне вообще похер, если честно. Я не знаю, ребят, вот честно, я не знаю. Я все рассмотрел, вообще везде, где можно, нигде шестеренок нет. Каждый тут уголок прочищать, как бы, я не собираюсь. Типа, мне, у меня что, времени, что ли, много или что? Это делать. Может, здесь где-нибудь лежит? Короче, ладно, ребят, сделаем вид, что я сделал этот сраный молоток. Вот давайте сделаем вид. Потому что я не знаю, у меня типа времени не так много на это все дело. Да и как бы желания, если честно, это все искать, вот это вот нет. Так что да. Так что сделаем вид, что я типа открыл тут все. Взял. Сейчас в мастерскую пролетим, там эту херню сделаем. Сейчас, подожди. Так, во-первых, давай здесь починим, типа. Чё виснет-то? Чё за фигня? А, нет, все нормально. Нажимаю. Там открылось. Типа, проходим, проходим. Типа, прошли. Вот он, ключ. Потому что, как бы, я не знаю, где еще одну шестеренку эту искать, как бы. Поэтому все. Типа, я все это открыл. Короче, если вам непонятно, вам нужно, смотри, то есть тебе нужно будет найти шестеренки 4 где-то, непонятно вообще где, захреначить в коробку, сделать молоток, расхреначить там, взять кнопку и гаечный ключ, потом прийти сюда, у соседа отнять ключ, вот это открыть, как я, собственно, и делал, потом
там починить рычаг, здесь починить вот это, включить, пойти, молотком открыть здесь, войти, взять ключ, все. Сделай вид, что я так и сделал, потому что, ну, блин, я не знаю, где две остальные шестеренки найти. Прям вообще не знаю, все. Входим. Ну все. И что, а теперь мы будем за ее друга играть, что ли? В следующем эпизоде, в смысле. Походу, да? Fatal Peak. Не, ну слушай, мод прикольный. Мод реально прикольный, то есть... Он лично для меня, он, конечно, не прям супер офигенный какой-то, но он реально хороший. То есть прям видно, что автор прям постарался. То есть, безусловно. Ну и что я могу сказать, в принципе. С вами был я, Apple 3L2, мы с вами играли в Hello Neighbor Mod Kit. У нас был мод под названием Fatal Peak. Это было демо, то есть первый только эпизод. Так что да, с вами был я, Apple 3L2, и всем пока.